роки застряг в несправедливих судових тяжбах. Підкажіть, яку мантру читати, що робити, дуже вдячні. Необходимо выполнять следующий обряд. Ставите перед собой на расстоянии вытянутой руки свечу. Свеча должна быть восковой и желательно желтого цвета. Также я не рекомендую покупать в церкви свечи, так как очень часто для того, чтобы избежать возможности дополнительных трат, часто свечи, которые находятся в церкви, их перетапливают. То есть огарки, которые появляются, их сбрасывают в ведерко, потом переплавляют, это все добавляют в небольшом количестве в новый воск и делают вот таким образом свечи. Такими свечами я не рекомендую пользоваться, так как это может привести к появлению таких мимолетных, ну и, как правило, чувственных неприятностей. Никогда не нужно покупать особенно большие толстые свечи, особенно темного цвета, в церкви. Покупайте обычные свечи. Кстати, можно приобрести свечи, которые продаем мы у нас в моем магазине duiko.market. И приобрести их можно, они у нас чистые, нам делают из чистого воска данной свечи. Итак, что необходимо делать? Необходимо поставить на расстоянии вытянутой руки от себя свечу восковую, поджечь ее. После этого сесть на нее так, чтобы смотреть на свечу и на ее пламя. Не смотрите долго. Что необходимо делать? Необходимо найти чувство, которое возникает в тот момент, когда вы переживаете по поводу тех неприятностей, которые возникли. Это первое. Обведите эти чувства в себе. Мысленно представьте, будто вы достаете это из своего тела на вдохе и выдохе через голову или через грудь. Лучше через глаза или через голову. Второе. Представьте, будто такой шарик у вас подходит к пламени свечи. Это тоже на вдохе и выдохе. И третье. На вдохе и выдохе представьте, будто этот шарик, как бумажка, сжигается или сгорает у вас на пламени свечи. Данный принцип или данный механизм такой, он действительно может убрать проблему. Если у вас есть номер судового исполнительного договора, или там вы несете ответственность за договор, или у вас что-то забирают, можно представлять так. У вас забирают, вы не хотите, обвели это все, сожгли. Или у вас там эти люди вас преследуют, обвели людей, сожгли и так далее. Любые неприятности, которые есть у человека, они поддаются устранению при помощи работы вот с такими механизмами или работой с восковой свечой. Если правильно быть, то очень хорошо восковая свеча работает еще в случае, если просто человек, ее еще дополнительно заряжает. А вот как заряжать ее энергетически, вы можете это увидеть, просмотрев мою первую, даже бесплатную ступень эзотерической школы Кайлас. Поэтому переходите, смотрите, вопросы возникать не будут.